В Иванове станет еще одним торговым центром больше. Он расположится на улице Карла Маркса, рядом с привокзальной площадью. В среду в городской администрации состоялись публичные слушания по проекту планирования этой и прилегающей к ней территории. Участок площадью 6,18 гектаров ограничен с севера дорогой местного значения улицы Станционной, с западной стороны магистрали общегородского значения проспектом Ленина, выходящей на федеральную дорогу и ведущей в Костромскую область. С юга фасадной застройкой по улице Карла Маркса, также являющейся магистралью общегородского значения, с которой соединяется центральная городская магистраль проспект Шереметьевский. С востока участок ограничен вокзальной площадью, на которой же расположен железнодорожный вокзал. Таким образом, район расположен в месте пересечения важнейших городских магистралей, обеспечивающих выход к центру города и удобную связь со всеми районами. Ранее на этой территории предполагалось строительство другого центра – торгово-офисного, но инвестор отказался от своих планов. В связи с этим возникла необходимость вносить изменения в проект планирования территории. Теперь на одной части участка расположатся торговые площади, на другой – парковочная зона. В связи с открытием крупного объекта городские власти планируют расширение улицы Карла Маркса на отрезке от проспекта Ленина до улицы Калинина – до 4 полос. При этом одностороннее движение сохранится. Местные жители, а их на слушание пришло около 70 человек, в целом не возражают против строительства, лишь бы привели в порядок прилегающие к стройке улочки. Сейчас, вот на сегодняшний день, перегородили пограничный переулок, тут закольцевали все. Идет такой поток машин, дети не могут перейти, у нас ни пешеходного знака нету. Дети на сам переулок, вот где по земляной, да, пограничный переулок и улица Земляная, они туда, эти 20 метров, не пройдут, потому что вдоль улицы Земляной 10, там грязи по колено, там не благоустроенной территории. Впрочем, как мы видим, стройка в самом разгаре. Так что слушание не более чем формальность. И мнение горожан никого не интересует. Город торговых центров пополнится еще одним объектом. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.